Привет, меня зовут Варда, я сейчас покажу вам содержимое своей сумки. Итак, у меня есть огромный кошелек, очень вместительный. У меня есть всегда документы, здесь очень много паспортов, чтобы я могла в любой момент куда-то улететь. У меня есть 3 телефона для работы. Один личный, во втором горячие видео наших преподавателей, в третьем фотосессии бренда одежды. Итак, у меня есть пилочка, у меня есть крем для рук, у меня есть наушники. Ключи от автомобиля. У меня есть резиночка для волос, я ее по-разному использую. Итак, у меня есть еще ключи от квартиры. У меня есть антисептические салфетки. У меня есть пластырь. У меня есть визитки. У меня есть ключи от недостроенного дома. И у меня еще есть пудреница. Вот и все содержимое моей сумки.